там он уже здесь. Начался карт, первый участник, один из самых быстрых наверняка будет, отлично. Тут как раз должна быть вода, по-моему, в прошлом году была. А ну, сейчас вы... А, нету никакой воды, короче, блин. А, есть, там если правее брать, то есть. Если сейчас туда заедет. Ой, а вот и вода. Все, не-не-не, ребята, это лебедка. Драчковский проехал правильно. Не, вы уперлись мордой назад пока. А что теперь делать? Обойдет УАЗик, не обойдет. Там, я думаю, теперь все. Пока его не уберут, гонка остановлена, короче. О, сейчас попробую тут Вадим проехать, Росомаха, но тут тоже вода, блин. Так само, наверное, да, морда сейчас упрется туда. Короче, проехала только Нива 11 номер, красавец, по правому краю там. Так, штурман идет, может, все-таки найдет ему путь. Может, да, сразу размотать лебедку на всякий случай. Вот, сейчас посмотрим, по левому краю проедет и проедет. Там назад тянут красненькую Ниву. Блин, опасно, опасно. Да ну не надо, сейчас если ляжет на правый бок. Не-не-не. Не, проедет, спустился. Баклажановая Нива проехала. Этих парней тоже знаю. Надо отвешивать, бо может кто-то лечь. Особенно вот там Тойота тяжелая, высокая. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Короче, движняк такой. Блин, Тойота. Блин, казалось, там... Ой! Тойотка вот так легла. Теперь его будут... Блин, но этому тоже опасно, самураю. Он узкий, высокий. Это, если я не ошибаюсь, с Одессы экипаж приехали сюда. Моби. Кто это настроил такую трассу, а? Отпусти. Прошлую субботу я двоих заснял, так прямо они на крышу падали. В Запорожье. О, вот это единственный, кто проехал, и сейчас на второй круг, может быть, проскочит, но... Блин, надо Сузуки убрать, да, или пусть проезжает, либо назад сдает. Ай-яй-яй-яй-яй, о, сейчас должен встать. Помогите ему, наверное. Все, Тойота, наверное, с трассы надо нам уходить, да, куда-то. Вот от Тойота, так, отходим. Но там упрется, блин, вот это зверь, вот это зверь. Вот это, конечно, красавец. Это он единственный, кто поехал на второй круг, да. О, тут не вообще совсем плохо, вот так вот это выглядит. Заднее колесо, все в песке. Тойота на...
да, он поедет? Да, поедет. Сейчас мотор течет, да, 5 минут постоит. Блин, ну как-то... Блин, чтобы он сейчас через крышу еще не перевернулся, такой угол. Красавчик, красавчик, красавчик. Поехал. Нива баклажановая где-то там повисла, лебедку достают на каком-то бугре песочном. Чироки. Надо брать максимально вправо ему, да. Вот, вот так надо проезжать. Сейчас еще пару... Сейчас пару машин, тут вообще все сравняют. А это его сцепление пахнет, да? Ой, УАЗик, высокий УАЗик сейчас тоже опасно будет, конечно. Блин. Да ну он же высокий, блин, ему газу. Короче, опять пробка. Так, куда, куда, куда машины стоят там впереди? Ох, ничего себе. Траектории увидели, куда ехать. Вот туда. Третий, третий, третий. Третий. А вот он второй. Этот на второй круг пошел, такая. Здесь подъемчик. Ну, здесь просто, как и лайт ехал. Надо идти смотреть дальше, что там. Джимник на второй, наверное, тут поехал. Тут разворот, по-моему. Сейчас куда-то дальше едут. Ну, просто разворот. Лидер едет в Харда на данный момент. Ну, что-то здесь нету таких препятствий, как в начале. Пока что здесь песок. Ну, здесь, я так понимаю, так же, как по лайту они едут по кругу. Кроме того первого подъемчика, точнее, этой ямы, пока таких засадных мест нету. Потому что здесь уже разворот, это самый дальний край трассы и на финиш. Так что сейчас пойдем, наверное, к финишу, к той ямке. Тут где-то две Нивы, я видел, едут. Вот одна и там вторая. Нива цвета хаки, наверное, да? Нива цвета баклажан. Прилукская едет. О, приматывай бы трошки зарядки. Зарядки чего? Генератор. Нет. А здесь мотоциклисты гоняют тоже среди разрушенных зданий. Тут часто либо мотыки, либо квадры, либо там народ этот, страйкболисты, только что ходила целая толпа их. Сейчас кто-то едет. Кстати, 20 числа у этих эндуристов под Киевом будет там гоночка. Они, конечно, тоже иногда исполняют такое. В грязюку кидается там в полметровую, только так на своих мотоках. Кто-то едет. А, или там мотоциклы шумят. Не, машина тоже там шумит. Моби. Так до сих пор она и лидер, я думаю. Никто не обошел. О, это тоже довольно-таки быстро круг прошел. Только недавно я его видел там, он уже здесь опять. А Toyota, я так понимаю, так и не поехала. Чироки, что-то я тоже не вижу. УАЗ где-то тоже остановился, похоже. Нива 11 номер несется. Тут какой-то небольшой подъем песочный. Ну, для него, я думаю, это будет легко. Это уже ближе к финишу. Здесь все-таки должны быть сейчас какие-то небольшие ямки. Кстати, эта Нива тоже пошла довольно-таки резво. Вот он.
А за разрушенным забором, я так понимаю, воруют песочек. КамАЗы только успевают подъезжать, экскаватор копает и копает. Песка тут много, так что кому надо. Я думаю, тут можно договориться за пару КамАЗов песка. А кто-то там так дымит, я не вижу. Это вот там где-то яма. Вижу только дым. Звук как будто Нива 11. Сейчас подойдем поближе. А, это вот эта Нива засосала, да, куда-то туда? Что-то они не едут. Застряли. Достают лебедку. Зацепили лебедку. А что ты не подгазовываешь? Не едет? Все, да? Это все. Все ничего не будет. Что-то там непонятное оборвало. Джимник. Так, 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 аккуратно. Скоро сходимся. А, стой, стой, там трос. Трос. Что, дядь, газуешь? Переехал. Починился УАЗик. Ну, как-то я бы не сказал, что починился. И уже опять помался. Так, джимник, джимник, джимник. Хорошо, что он легкий. Это джимник, да? Джимник, да? Это ж не самурай, это джимник. А, да, это джимник. Это джимник был. Нет, а какой новый? А их всего два, по-моему, такой, который сейчас. Их, по-моему, всего два поколения было. Ого, он угол опасный для джимника, конечно. Красавцы. Ой, ой, не надо назад. О, самый быстрый экипаж подъехал, но пока не проехать здесь. Там пока эту Ниву теперь не уберут куда-нибудь. А нет, все, Нива сходит. Сейчас ее уберут. Стоит ровно по траектории. А больше объезжать его нет. Вначале назад, потом вперед. Назад, давай, 3-4. Так а там в яме, можно его сбоку поставить и пусть стоит. Короче, лебедка не нужна, сколько там? 6 человек тянут Ниву. Еще. Все, освободили. Конечно, блин. Парни, Прилуки не собирались ехать, да? А тут Прилуки приехала в Киев. Не, мы собирались на закрытие по-любому. Вот, стоит, проверь, проверь. А, не-не-не, Сирой ехал. Ну так вот это, мы уже проехали круг. А вин котнулся. Не, вот же встает, так упала. На бок легла. Домой один чирок из себя. Нет, мы ехали. А да, что вы представили? Ну, круг проехали. Очевидно, на задней даже. А, все? Походу, вот это, наверное, Нива на первом месте, а Моби на втором, да, похоже? Да, Моби, наверное, вот это на втором. Это Нива еще горела. Да, я видел, сдалека. Сейчас будет его подталкивать, если он встанет. Короче, эта Нива может остановиться вообще где-то или нет? Или она прет везде? УАЗик еще в строю. Включает все блокировки. Давай.
штурман дергает, короче, газ тросом. Что там за веревка такая? Это газ. У них ручное управление газом в машине там. Так, поместится, не поместится нитка. Вот газик встрял надолго, похоже. Ай, поцарапал Ниву. Ну, удар был. Еще надо, давай, 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 еще надо, еще, хорош. Поехали. Крышку, крышку, вся крышка на ула. Раскачил. Джимник, ну и Нива поместилась. А, вон и 11-я Нива, уже говорили, что прошла 10 кругов. Не, не прошла. Она следующая будет здесь ехать. Ух ты, а Нива там хочет с той стороны. Там где-то Тойота прилегла, не знаю. Опасно ж, наверное, там. Красавец. Не, Нива все-таки тоже здесь поедет. Не поедет. Там, там опасно. Все-таки лебедка. Зацепили за лебеду, за бетонную плиту здесь. Сути там. Блин, не видно, как он будет. А, еще-то не получилось. Блин, 11-я Нива заглохла. Не могут завестись. Так что у Моби есть шанс. Надо больше разгончика. Тут, надо, тут так уже нормально колеи сделали. А, там УАЗ стоит, не дает, блин, капец.
Нива там руками толкает, пытается завести. Что там с УАЗиком? У Нивы что-то со стартером. Может, так заведут ее? Куда? В яму хотят закинуть? О, завелась, отлично, красавцы. Главное, чтобы он там не заглох теперь, в этой яме. Ой, Тойота не заводится. Завозгусилась. Там еще одна Нива пытается. Подожди, не цепляй, дай проехать. Да, это вот Нива. Запашок, да. Воняет, конечно, отлично. Что-то, блин, не едет. Что-то не идет. Сцепления, наверное, нет вообще. Да? А понижает. Нет. А нет, тут надо только с разгоном. Стоп, 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 стоп. А, бля. Еще одна попытка завестись. Стартер не работает. Не, завелись. Есть. Короче, не штурмана, а Нива оставила. И поехала дальше. О, самурайчик. Ой, точнее, джимник. Нива 11 номер едет. Я так понимаю, на трассе осталось три машины. Это Нива, Баклажанова его Дима и... Джимник Моби. Там, оказывается, еще одно засадное место. А, по тросу проехал, по-моему, только что. По тросу проехал, он там лопнул. Или не лопнул. Трос вытащили. А кто-то на тросу сидит, Вадим, я так понимаю. Тут вот так вот, оказывается. Самурайчик. Засела Нивка, цепляет ее. О, там тоже подъемщик такой. Ну, заехал сам этот джимик. Нива финишировала, проехала 10 кругов первая. Поэтому это победитель. Либо 10 кругов, либо полтора часа. То есть на трассе остаются две машины. Самурай, точнее джимник и вот эта Нива. Крепко сел, да, там. Столько песка под ним. Он висит тупо на песке. Колеса в воздухе, блин. Нива переехала бугорчик, чтобы назад его. О, легко. Отлично. Можешь пожар на поле сделать. Отойди, там амортизатор он оторванный, передний левый. Да? Кстати, да, вон, посмотри.
Спереди слева. В этом году было подобное или у другого типа? Да, точно, аморт оторвано. Аморт оторвано. Так, а он ему, наверное, один круг, может, максимум остался, потому что он же вроде нормально ехал. А какой круг у вас? Какой круг едете? Они что знают? А, они не знают. Последний, десятый? Но это Нива уже не участвует, она уже победила просто. А, поехал еще на один круг Вадим. А Дживник сейчас финиширует, да? А, Дживник где-то на последнем круге идет уже. Если сейчас нигде не застрянет, то Дживник второй. А вот это там так очень быстренько грузят песочек экскаватором. Там КамАЗы тупо не успевают подъезжать. Один, и там их целая очередь стоит этих КамАЗов. Вот где-то Дживник шумит, едет на второе место. Если, конечно, не застрянет здесь, но не должен, наверное, все время проезжал. Да. Дживник заканчивает 10-й круг. Это серебро. Ну и понятно тогда, кто третий. И бронзовый призер в харде едет на финиш. Главное, чтобы он это опять сейчас не застрял. Красиво. Все, хард закончен. Еще у нас есть два участника. Один на копейке, второй на семерке ВАЗы. Для них тоже какая-то отдельная трасса должна быть. У него только одно колесо, что ли, крутится из четырех? Правое заднее. Нет, правое заднее и все, одно, рабочее, только одно колесо для рабочего. Нива 4 на 1. Там широкий аккуратно. Но тут должен поехать, уже тут прямая дорога. На одном колесе ехать тяжело.